Поставили точку в громкой истории. Баскетбольный клуб «Уфимец» заплатит штраф после игры в Барнауле, которая завершилась скандалом. Такой вердикт вынесли московские спортивные функционеры, которые детально рассмотрели эпизод с участием игрока из Уфы и представительницы группы поддержки «Алтайбаскета». Напомним, «Уфимец» Артем Исаков сразу же после финального свистка позволил себе потрогать одну из черлидерш за ягодицу. В результате инцидента он признал факт касания, при этом отметил, что оно было непреднамеренным. Комиссар матча отразил этот эпизод в протоколе, а клуб «Алтайбаскет» направил жалобу в Москву. Представители Российской Федерации баскетбола рассмотрели видеозапись встречи и вынесли вердикт. Клубу «Уфимец» придется заплатить штраф за неспортивное поведение Исакова. Руководство клуба также предупредили, что в дальнейшем такое поведение игроков недопустимо.